Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Омега Страйк. Кстати, вы заметили, что у нас 30% игры уже пройдено. Так, мы с вами в изумрудном лесу. И давайте-ка будем проверять эту карту. Искать что-то новенькое для нас. Опять у нас тут потолочный краб, я смотрю. Черт подери. Так, зомби, блин. Да что ж такое-то, а? Надо быть поаккуратнее, я что-то нахрапом бегу. Опа-на, а это что у нас тут такое? Смотрите, новый юнит. Чувак с гранатометом. Ё-моё. Да хорош ты, успокойся. Так, промахнулся, да? Подкрепились маленечко, это уже хорошо. Так, у нас турелечка, здесь нужно двойной прыжок. Мне иначе никак не подпрыгнуть. Минус турель. Так, у нас тут мутант. Почему-то мне хочется их называть именно зомбарями. Оу, тут у нас и осы, и лягушки. В общем, вся прелесть, которую можно только увидеть в лесу. Но мы знаем прекрасно, что эти все животные у нас механические. Это у нас доктор Омега все это делает, изобретатель фигов. Так, оса. Слушай, ну, с одной стороны, конечно, хорош вот этот вот мужичок, да, с дробашом. А с другой стороны, не очень. То, что он прыгает высоко, это, да, плюс. Но дробаш у него какой-то слабенький. Может быть, как-то потом можно будет укрепить, усилить его. Тогда будет, наверное, самое то. Ну, а в данный момент... Опа, тихо. Мутант с бензопилой. Так, наверх, валун. А зачем нам скидывать валун? Может быть, чтобы туда прыгнуть, наверх? Хм. Как ты думаешь, мы сможем туда запрыгнуть? Я почему-то сомневаюсь, если честно. Давай-ка мы сделаем с тобой один эксперимент. Сейчас валун этот толкнем в эту сторону. И отсюда я попробую двойным прыжком перепрыгнуть. Все, я понял. Этот фокус у нас не прокатит, да? И наверх я уже тоже запрыгнуть не смогу. Ладушки, давай обновим. Обновим, так сказать, карту. И уже будем в эту сторону толкать. Потому что, ну, здесь он 100% нужен. Так, опять у нас здесь это оса. Ну, отлично. Так, давай подтащим. Но здесь я уже больше чем уверен, что мы должны запрыгнуть с вами. Так, тихо. Опять у нас тут гусеницы, ё-моё. Слушай, ну действительно какой-то дробовик слабый по урону. Вы, наверное, тоже это заметили. Так, у нас здесь... Ай-яй-яй, черепахи эти в защите. Интересно, куда нам идти? Вниз это я... Понятно, это я по кругу просто пробегусь. А, минус. Слушай, ну вот этих зомбарей, почему они все время у меня в голове как зомбари? Вот эти вот мутанты, если честно, они почему-то очень быстро разносятся от урона дробовика. А вот жуки и прочая всякая нечисть, да? Ничего подобного. Так, перепрыгиваем. Ага, здесь у нас опять это черепаха или улитка, я даже не знаю. Так, и здесь у нас получается сундук. Ну что же, хорошо. В общем, здесь у нас все открыто, сюда мы больше возвращаться с вами не будем. Тогда двигаемся дальше. Наверху пока пусто. Подкрепились. Кстати, действительно, у нас со здоровьем большие проблемы. На самом деле, аптечки я пока тратить не хочу. Так, теперь нам вниз нужно двигаться. Слушай, а здесь почему-то на раз хватило этой гусеницы. Не знаю. Так, потолочный краб. Как-то он не вовремя здесь появился, если честно. Да ё-моё, блин. Понятно, он еще и уполз от меня. Хотел подбить, да только навредил себе этим действием. Так, гусеница, да? Минусанули. Так, опять эти у нас лягушки здесь. Их две штуки. Так, она сюда не запрыгнет ведь? Нет, не сможет. А мы ее подбить. Да, получилось. Так, давай-ка вот эту тоже нормуль. Ну что, мы, в принципе, с вами готовы дальше открывать территорию. Блин, подожди-ка. Я на это не согласен. Пускай эта ерунда проползет, а потом уже мы с вами кульбитиком, так сказать, перекатимся. Вот так-то. Жаба, минус. Подкрепимся, это хорошо. Двойной прыжок здесь, естественно, нам нужен. Да что ж такое-то?
Давай, давай, ползи сюда. Перекатик, опять же. Ой-ой-ой-ой, что ж такое? Да ладно тебе. Давай-ка уничтожим на всякий случай, потому что я уже не знаю, ребят. И сальтухи ты делаешь, да? Попадаешь на вот этих вот монстриков. Иногда, если избегаешь этого дела, то на шипы. Так, я, смотрите, нашел выход. Я нашел выход. Ага, выход, как же. Мы дальше продолжим. Оу. Так, опять цепи, и опять здесь букашки ползут. Хорошо, давай иди сюда, я тебя сейчас подобью. Видимо, мы с вами как бы на новой локации сейчас оказались. Территория неразведанная для нас. Так, здесь шипы вверху, внизу, то есть нужно быть предельно аккуратным. Двойной прыжок нам здесь, конечно же, поможет. Тихо, ай-яй-яй. Так, и у нас здоровье осталось всего лишь 4 касания. То есть один кубик. Это плохо. Так, сейчас я попробую вот так вот убить потолочного. И теперь вот этими мутантами займемся. Ну иди сюда. Стоит там, выжидает время. Думает, я к нему пойду, ага, как же. Так, здесь у нас ничего интересного нету, да? То есть у нас два направления, влево и вправо. Мне сразу становится легче, если мы с вами находим какой-нибудь тупик. Потому что, ну, сразу понимаешь, да, что нам туда идти не следует. Ну, давай попробуем этих нахлобучить. Отлично, во, две курочки. Как с куста. Так, здесь нам нужно будет прыжки. Так, замечательно. Все выше и выше. Ой-ой-ой, я проверить хотел, друзья мои, что у нас внизу. А внизу у нас шипы. Вот это да, вот это я сглупил, конечно. Да что ж ты. Я что-то не могу понять, я не могу допрыгнуть или в чем проблема? Правильно, я просто не мог допрыгнуть. Кнопку, как говорится, не дожимал. Ага, здесь мы получили с вами кубик жизни. То есть все понятно. Сюда мы больше с вами не возвращаемся. Офигеть, все здоровье здесь растратил. Копил, копил и все растратил. Иди отсюда. Я все время забываю, что если я даже уклоняюсь, все равно по мне будут попадать. Так, дай-ка я эту летучку сейчас подобью. Ну, отлично. Так, двойной прыжок. А здесь полюбаську он нужен. И чувак там, да, с бензопилой. Слушай, друзья, я беспокоюсь, что мы с вами можем в любую минуту погибнуть. Может быть, нам подкрепиться, а? Как ты думаешь, стоит тратить ХП? У нас всего 2 касания осталось. Я буду надеяться, что где-нибудь нам выпадет все-таки курица. Так, ну с этим разобрались. Давай-ка вот так вот, от стеночки. Ну, быстрее иди сюда. Дай, пожалуйста, курицу. Нет, не дает. А ты? Тоже не дает. Так, еще один выход у нас. Куда же мы... Ага, опять вышли в лес. То есть как бы в круговую мы с вами прошли. Но тем не менее, это новая территория. Здесь мы с вами не были. Так, ну, 4 касания уже у нас есть. И это хорошо. Блин, вот это, конечно, немножко раздражает, что есть такие монстрики, которых я не могу подбить вообще ничем. Так, двойной прыжок здесь однозначно. Давай-ка сделаем. Ну, иди сюда, хламон. Подбили. Да что ж ты. И еще у дробовика очень маленькая дальность стрельбы. О, друзья мои, тут надо нам подкрепиться уже, потому что мы можем отдуплиться в любую секунду. Так. Аптечка, конечно же. Больше у меня их нету. А на боссе наверняка они понадобятся. Делайте, друзья мои, выводы. Опачки, ты понял? Вот такая вот секреточка здесь была. Там опять чувак с гранатометом, да? Я понял, где он здесь. Стоит наверху. Так, подожди, блин. Что ж такое-то? Офигеть. Не успел потратить я аптечку, да? Слава богу, здесь курочка нам досталась. Камень двигаем. Тут мина. Ну, мы ее перепрыгнем, это понятное дело. И идем сюда. Кстати, там можно было и направо сходить. Сохраняшечка, господи. Как же я по тебе соскучился. Игра сохранена. И это уже меня немножко расслабляет.
Так, куда это мы с вами идем? Какие-то... Опачки, ворота. Это что-то да значит. Ё-моё, это что за горилла у нас тут такая? Опачки. Вот мы и встретились вновь. Твое упорство достойно восхищения, хотя оно совершенно бесполезно. Это у нас доктор Омега. Ты как раз вовремя сможешь узреть один из моих последних экспериментов. Сей древний окаменевший хранитель леса простоял здесь тысячелетия. Посмотрим, осталось ли в этом старике искра жизни. Так, он его решил оживить. Ёпарасы ты. Кинг-Конг-зомби прям какой-то натуральный. Оно живое, живое. И, похоже, не слишком рада тебя видеть. Да начнется битва. Это босс, друзья мои. Так, что он делает? Опс, понял. Ползает. И выпускает какие-то шарики в меня, да? Стреляет. Так, ну пока ничего сложного нету. Надо бомбить его, короче. Опа, оно приземляется. И выпускает каменные волны. Тихо, тихо, не надо буянить. Ну, друзья, я вам скажу одно, что, в принципе, тактика здесь вообще простенькая. В общем, рано или поздно эта горилла будет приземляться и выпускать вот эти вот волны. Угу. А у меня со здоровьем большущие проблемы, если честно. Всего два касания. Все, сразу раздавил. Очередная попыточка, надеюсь, на этот раз у нас все получится. В общем, проблема наша была в чем? Мы все время с вами не успевали перепрыгивать через волны, которые выпускает эта горилла. Так, давай бомбить по ней. Ага, пошли волны. Так, первая, три волны, как вы помните, да? Да елки-ты-палки, ну только что говорил про них, да, и опять же начинает дурковать. Надо будет аккуратнее все это делать. Так, начал спрыгивать, сейчас будет бомбить. У нас еще такой прыжок двойной, затяжной, да? Что нужно подрассчитывать его. То есть мы прыгаем, а она выпускает волну. Нам нужно приземлиться и еще раз оттолкнуться. Только вот в этом случае будет идеально все у нас получаться. Так, погнали. Лучше бы она, конечно, ползала поверху. Мне выгоднее, потому что я так наношу больше урона ей. Внизу я вообще не могу ее атаковать, она мне не дает такой возможности. Ну? Еще бегает от меня, а? Мелкая засранка. Ага. Что-то слишком часто она стала приземляться на землю. В те разы такого не было. Ну. Так, опять начинается. Не дает мне просто ничего сделать. Понимаешь? Не дает. Может быть, она поняла, что я разгадал секрет. И сейчас буду действовать намного аккуратнее и осторожнее. Поэтому она стала приземляться. Это, конечно, мои фантазии, но тем не менее. Так, половину хп почти отняли. Так, погнали. Через волны перепрыгиваем. Аккуратно, еще раз говорю. Ох ты, елки-палки. Вот ни за что бы не подумал, что смогу получить повреждения от ее выстрелов. Ни разу такого не было. А тут получил, а. Так, ну что, пол хп отняли. Осталось еще немножечко, и все. И мы с вами пройдем ее и посмотрим, что мы с вами получим. Какую новую способность или какой новый ключ. Ага, началось. В России утро. Перепрыгиваем. Но действительно, горилла такое впечатление, что как зомби. Зеленые почему-то все. С красными бешеными глазами. Ну правильно, доктор Омега оживил ее. Она же была окаменевшая. Тысячелетия там простояла. Так. Слушай, мне кажется, она впала в агрессию. Может быть, мне, конечно, так кажется. Но смотри-ка, что-то как-то она лютует. По-моему, она ускорилась. Нет? Вам не кажется? Тихо. Отойду-ка я подальше, чтобы у меня был запас. Да, по-моему, как-то все быстрее у нас пошло это дело. Бомбит. Главное, чтобы она мне на голову не приземлилась. Ага. Музыка ускорилась, еще напрягает это все. Совсем маленько осталось. Но смотрите, сколько у меня на этот раз осталось хп. Аж сколько там получается? 4 касания, да? Потому что она
два касания отнимает за одно повреждение. Тихо, 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 тихо. Есть! Ух! Отлично, друзья, я забомбил ее. Что это такое у меня выпало? Новое умение, мощная хватка. Управляй сержантом, прыгните на трубу, чтобы зацепиться за нее. Так, и сразу мне кое-что вспомнилось. Одна локация, помните, мы с вами где-то были? То ли на военной базе, то ли еще где-то. Там была труба. Мы могли с вами... Ага, смотри-ка. Здесь как раз нам это умение и пригодится. Ну-ка, давай проверим. Вот как раз этого мне и не хватало в той миссии. Ну что же, теперь мы можем с вами ползать, да, по трубам. Сейчас мы пройдем с вами этот уровень, и я попробую найти именно тот, где не смог там проползти. Сейчас мы в этот момент делаем полную разведку вот этой карты. Так, давай поползли. Сундучки, ящички, везде монетки, золото, то, что нужно для меня. Так, охламоны. Тут у нас опять эта черепаха бронированная, или кто я фиг его знает. Ее ничем не пробить. Может быть, потом можно будет как-то. Ага, нам нужно вот сюда. Нам нужно вот сюда, потому что... Хотя нет. Хм, подожди-ка, у нас, по-моему, все везде уже открыто. Может быть, нам вообще отсюда лучше выбираться из этого леса, а? Угу. Курочка, шикарно. Так, мутант минус. Ну что ты, ай-яй-яй. Попал все-таки. Я пригнулся, потом вспомнил, что он все равно будет по мне попадать. Подпрыгнул, ну и, как видите, он все равно по мне задел. Опачки, два чувака с гранатами. Ну, нам-то не привыкать их бомбить. Усанули. Не такие легкие, ватные, но сержант, не забывайте, у нас, по-моему, самый прокачанный чувачок. Самый прокачанный. Вот. И дальность винтовки, да, и урон от винтовки тоже колоссальный. Мы, ну, в принципе, мы с вами двигаемся в нужном нам направлении. Здесь у нас еще маленечко не раскрыта карта. Совсем чуть-чуть. Сейчас мы с вами ее полностью откроем. Курица. Хорошо, так. Краб даже пикнуть не успел. Хм. Я не буду... Опа, аптечка. А если я, друзья, вниз? По-моему, можно здесь, да? Можно, но не нужно было. Так, ну главное, что аптечку мы с вами нашли еще одну. Она нам пригодится в дальнейшем. Ну иди сюда. Нам надо перепрыгивать здесь, да? Ага. Слушай, не люблю, вот когда вот здесь вот так вот происходит. Все время забываю, что двойной прыжок. У меня уже, знаешь, я когда на сержанта переключаюсь, по инерции жму двойной прыжок, а он же только один прыжок делает. Поэтому он большие высоты не берет. Слушай, нам бы как бы тут не отдуплиться, а то я пошел уже на радостях тратить здоровье себе. Отлично, шикарно, я бы сказал. Хм. Странно, как-то у нас там не открыто полностью было, но там нет возможности вверх нам подняться. Так, вроде бы мы с вами двигаемся как раз на выход. Сейчас самое интересное будет для меня — это найти именно тот уровень. Я, честно говоря, навскидку не помню, где он находится, в какой именно локации. Здесь у нас, ну, что-то есть там, да, можно приоткрыть маленечко, по-моему. Давай-ка мы посмотрим. Где-то вот здесь вот наверху. Ага. Там тупик, нам туда не пройти. Хм. А смысл нам сюда идти? Слушай, ну давай я загляну. Я сразу смогу определить, это место или нет. Ого, тут еще вниз можно. Так, здесь то же самое. Тупик. То есть вывод напрашивается какой? Что нам здесь с вами вообще делать нечего. Ну что ж, тогда давай вертолет нам в помощь. Мы, наверное, с вами будем покидать эту локацию. Ну и заодно поищем, где именно та, которую я ищу. Да, подбрось-ка меня. Хм,
Там был винт. Вначале слетаем мы с вами. Так, падре. У меня хватает? Хватает. Вау. Твое максимальное здоровье увеличилось. Хвала Господу. Друзья, у меня уже 4 кубика. Так, с деньгами какая у меня напряжка есть? 174 монеты. Я могу себе позволить маячок взять. Гранатомет. Дробовик. Вот. Слушай, давай мы дальность дробовика, наверное, улучшим до 2 уровня. И все, да? Давай маяк еще возьмем. Друзья мои, ну все, деньги мы с вами потратили все. Не помню, хоть убей. Куда нам идти? Ну, явно, по-моему, не сюда, да? Или сюда? Я даже не знаю, здесь ли это. Ну, там, по-моему, мы начинали сразу же, как только появлялись на карте. Сразу там надо было ползти в левую сторону. Понимаешь, о чем я говорю? В левую сторону надо было ползти именно по трубе. Там никуда не надо было бежать. Только заходишь, как говорится, в проход, и все, и там вот это вот появляется. Заманчиво. Давай, пройдусь. Я не ленивый. Гляну заодно. Ну, по крайней мере, зато буду точно уверен, что здесь мы с вами все проверили. Слушай, а дальность-то увеличилась? Ну, вроде бы как да. Опа, валун толкать. Здесь нам пригодился медвежонок наш. Так, ну с этим я разберемся быстро. Просто быстро. Представляешь, если мы еще с вами прокачаем силу атаки этого дробовика. Это вообще будет имбовая штука. Так, в ответку. Иди отсюда. Бомбит он мне там. Вау. Еще один кубик жизни. Угу. Все, здесь мы с вами все открыли, что могли. То есть будем на будущее знать, что вот именно в эту локацию, да, в эту сторону нам идти больше незачем. Так, давай, медведь, толкай. 3 выстрела с дробовика, чтобы уничтожить эту каменную змеюку. Да, надо будет дробовик прокачать. Угу. Ну, дорого стоит. 200 там с лишним, по-моему, монет, если я не ошибаюсь. Тут у нас что такое? Ага. Вход. По-моему, не здесь, но... Прогуляться туда до самого края. Не знаю, друзья, это как-то не похоже именно на ту миссию, про которую я вам говорил. Опачки, сундук. Отлично, еще одна секреточка. 30 золота. Ну, деньги здесь на самом деле очень нужны, потому что от количества голды зависит наша прокачка на самом деле. Так, ладно, давай, наверное, мы тогда попросим нас подкинуть куда-нибудь в другую локацию. В другую локацию, только вот в какую? Мы с вами были в лесу. В изумрудном, так? Так, лучшее место в городе, да? Может быть, возьмем что-нибудь? Давай купим. Гамбургер, да? Я думаю, лишним не будет. Ну, отвези-ка меня в шахты. Друзья мои, ну, наверное, скорее всего, в шахтах. Хотя, опять же, я почему-то не уверен. Все надо проверять. Тут, понимаешь, есть такие места, где мы не можем пройти. Так, а вот сейчас как раз проверим. Вот оно. Вот оно, вот именно это место я искал. Помните, да, его? Здесь мы с вами не были, это однозначно. Это новая для нас местность. Мы будем ее сейчас потихонечку раскрывать. Да, выделывался. Спускаемся с вами вниз. Ух ты, ух ты, ты посмотри. Новые, друзья мои, монстры. То есть мутант, да, с какой-то фигней. С каким-то буром бегает. Сохранение.
Ну что, дорогие друзья, наверное, на этой ноте мы будем с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в Омега Страйк. Ну а с вами был Рэй. Всем пока и удачи!